Повесили часы. Решили сюда. Посерединке. Все нормально. Ходят. И это тоже тут. Теребится она тоже на батарейках. Здесь две батарейки, да, получается, в часах. В общем, решили сюда. Так, а эти часы мы в гостевую уберем. Там у нас нет часов, да? А можно и оставить? Хотели это сюда, но некрасиво смотрится. Потому что заходишь и сбоку. Ну, как-то они не вплотную к стене, поэтому они некрасиво смотрятся. А здесь как будто бы, вот мне кажется, да, правильно? Как и есть. Тут у нас тут что, пустое место. А часики, смотрите, какие оригинальные, красивые, емкие. В общем, повесили. Повесили. Пускай висят пока. Пока нравится. Всем привет. Сегодня у нас 2 марта. Это Ярославль. А мы живем в деревне, я так называю. Потому что у нас частный дом, свой огород, свой сад. Хотя это коттеджный поселок. 2 марта. Весна началась. Всех с весной поздравляю. Наконец-то. Но у нас вроде вчера, позавчера она чувствовалась, подтаивала все. А сегодня встала, муж говорит, минус 15. Посмотрите, все аж вон в инее. Вы не сосенки. И посмотрите, сколько у нас снега с крыш. Ой, надо сказать, чтобы он снег сгреб срочно-срочно, а то сидит в игрульке и играет. Все сломано, переломано. Вот это все у нас сломано. Да, да, да. Потому что не следим. Очень, очень плохо. Буду ругаться опять. Так, посмотрите, сколько снега. Это все с крыши спало. Надо это все как-то будет уделывать, обделывать. И лопатами, что ли, тыкать, чтобы побыстрее оно таяло. Ну, будем делать. Значит, будем делать. Значит, буду требовать. Это все требовать я буду. Потому что я работаю. Мне-то некогда. Я бы сама взяла бы лопату, бы уже бы все бы это бы сгребла. Сегодня на выходном. Сегодня буду сеять семена помидоры, потому что потом мне некогда будет на работу опять. И там уже у нас 7 марта надо будет ехать по поводу машины. Машина чудит. Дальше продолжает, что-то уже заскрипели, торможу, и что-то какой-то звук идет мне непонятный. В общем, вот так вышла на морозец, но тепло, солнышко уже чувствуется, что пригревает сегодня, мороз и солнце, день чудесный, как в январе, хотя уже март. Ну, что мы хотим, погода изменилась, меняется, а я что-то и не помню, как в марте это было в те-то года, что-то не запоминается, может быть, точно так же, ой, как снег скрипит, ива. Ивушка Ива. Вот она у меня так в косы заплетена, кустиком растет, я ее стригу. Ива, Ива. Ладно, все. У меня сегодня внуки. Ксюша такая вчера приехала уже, я уже все увольнулась, потому что после работы вольнулась, уставшая. И смотрю, заваливаю. Время было, наверное, 9 час. Внуков нам оставила. Я говорю, ты знаешь, я уже все, я вольнулась. Хорошо, каша была, накормила их. Муж накормил их кашей. Говорю, корми, подогревай. Они, естественно, воронятки. Кушать. В общем, все здесь. Внук младший уже встал, пошла дальше их кормить. Ну и делишечками заниматься. Вот так вот у нас в огороде. Кто-то ходит, уже лужи под ногами, травка зеленеет. Вовсю весна, вовсю тепло, а у нас еще пока морозец. Ладно, придет и весна, на нашей улице тоже будет праздник. Зима – это тоже хорошо. Вон какое солнышко, небо чистое, ясное. Но мороза сильно очень не чувствуется, хотя по прогнозу обещали... -1, +4. Ну, я думаю, что днем спадет температура. У меня голова болит, потому что вот к морозу у меня всегда, когда вчера вечером приехала, было +1. Но сегодня утром встала, -15. Ну, перепады, что делать?
Так, все, сейчас срочно говорю, чтобы скидывал с крыши обязательно.